Всем привет, с вами Деликатес, и мы начинаем прохождение End of Zoe, гибель Зои. Через несколько недель после событий дополнения, не герой пришла новая напасть. Брату Джека, Джо Бейкеру, придется вступить в схватку со злом голыми руками, чтобы раз и навсегда положить конец страданиям своей семье. То есть мы будем голыми руками всех направо и налево расхерачивать. Так, начинаем на обычном уровне сложности. Легкий нам не нужен. Итак, это последнее дополнение в этом году. Это показывает... Так, мне пришлось использовать дозу. Осталась лишь одна. Ничего. Глупо было надеяться сбежать. Мы найдем кто-нибудь... Это мой дом. Мое место здесь. Я пришлю помощь. Забудь. Скоро тут некому будет помогать. Это хорошая концовка Resident Evil 7. Плохая, если мы дадим лекарство Зои, а не Мии. Эбби, не надо! Прошу тебя! Какого черта вы тут делаете? Это точно она, Зоя Бейкер. Она все еще жива. Сообщи в штаб. Ты сказал, Зоя? Сэр, вы здесь живете? Что с ней, черт возьми? Зоя, боже мой, что вы с ней сделали? На, пощал. На. Ближе не подходи. На, и ты получай. Руки базуки. Боже мой, Зоя, что они с тобой сделали? Послушайте, мы хотим помочь. Так я тебе и поверил. Какая такая помощь прибывает в боевом вертолете? Вы не знаете, о чем говорите. Послушайте, думаете, я не знаю, кто вы после всех этих жутких тварей? Ну вот, откуда они взялись? Вы все неправильно поняли. Вы не понимаете. Это я не понимаю. Видите тут девушку? Посмотрите. Это дочурка моего брата. Моя племянница. Понятно? А для нас здесь семья. Это святое. И вы не посмеете убивать моих родных. Этому не бывать. Я не позволю. Да чтоб тебе. Она заражена и умирает. Мы оба, мать твою, сдохнем, если не свалим отсюда прямо сейчас. Она еще жива, парень. Советую тебе что-нибудь предпринять. Пока я не скормил тебя твоим маленьким друзьям. Заживо, ладно, ладно. Есть лекарство. Врешь. Это правда. Это правда. Мы хотели достать лекарство, а ты набросился и все испортил. Они наверняка все еще ждут нас. Где? Они отнесли его в старую хижину неподалеку отсюда. Оно там, клянусь. Мы все исправим, Зоя. Ты же мне родная. You're my family. Так. Мерзкая тварь, которую я сегодня увидел, была не аллигатором. Она попалась на одну из удочек, ну я и вытащил. Тварь была вся покрыта слизью, с огромными зубами и когтями. Она потянулась ко мне, но я успел дать ей морду. Никогда бы не подумал, что увижу такое.
Какое-то ведомство проводит секретные эксперименты на людях и животных. В этом я не сомневаюсь. Теперь понятно, почему тут летают вертолеты. Окей. Что тут у нас есть? Тут пусто. Здесь тоже. Эпоксид. Также есть монетка. Окей. Хм, Джо Бейкер. Как их убивать? Туловище у них прочное, но голова мягкая. Быстро удара то, что надо. Когда они зашатаются, быстро врежь левый, правый, правый, левый, правый и снова левый. Нокаут. Когда они упадут, растопчи их головы. Прыгнись и подкрадись к ним сзади, когда они тебя не видят. Так их можно быстро убить. Так, еще раз давайте запомним. Левый, правый, правый, левый, правый, левый. Окей. Сразу уберем. Это нам не пригодится. Наносите быстрые удары одним за другим. Для комбинации нанесите удары в следующем порядке. Правый, левый, правый, левый. О-о-о-о. Сейчас мы будем развлекаться. Так, это можно соединить. Круто. Вот так и будем добывать аптечки. Сороконожка. Ладно, урод заплесневелый. Так. Ага, добивающий удар. Проглоти кулак, зараза. Готов. Пойдем дальше, мне нравится это дополнение. Правый, левый, правый, левый. Растоптать. Класс. Вот это охеренное дополнение. Блин, оно чуть ли не 800 рублей вроде стоит. Боксер. Собирайте убийц, чтобы усилить атаку. Что он дает? Боксер. Жуткая кукла, используемая для черной магии. Каждая такая кукла в рюкзаке дает плюс 1% к силе атаки. Круто. Так, давайте сразу вот это все объединим. Две аптечки. Потому что в бою их объединять, ну, очень сложно. Какого? Лекарство от инфекции типа Е. Jesus Christ. Боже правый. На, глотай кулак. Растоптать. Отлично. Готов. Ты же готов, да? Не встанешь? Отлично. Бежать. Ну, ни хера себе. И тот встал. Так, что-то у меня комбо не очень получается. Ну давайте, идите сюда. На тебе. Глотай кулак. Блин, нравится мне это дополнение. Класс.
Боксерские перчатки бы еще надеть какие-нибудь. Нихера себе. Нет. Нет, 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 нет. Нихера себе аллигаторов тут. Зоя. Только бы помогло. Да черт подери, почему оно не действует? Это ведь не полная доза. Этого мало. Ей нужна полная, чтобы вылечиться. На базе есть еще. Развяжи меня, я тебя провожу. Пожалуйста, на какой базе? Да, я не могу тебе помочь, чувак. Это не в моей власти. Охереть. Дерьмо. Надо отнести Зою подальше отсюда. Нет. Нихера себе, что за уебище. Надо двигаться дальше. Какая Зоя мне нравится больше, она посимпатичнее стала. Боже, я как будто в фильме ужасов очутился. Все хорошо, Зоя. Теперь все хорошо. Ничего, мы с тобой еще разберемся. Походу, это главный босс. Да провались оно все. Солдатик сказал, они свои микстуры хранят на какой-то базе. И какого дьявола здесь делает эта стена? Похоже, кто-то оставил свет включенным. А мне это и надо. Не переживай, Зоя. Еще чуток осталось. Да, это точно та база. Да сколько можно? Не сейчас, крокодильчик. Так, вот еще один боксерчик. Итого плюс 2% к силе атаки, да? Так. Опа-на, идем. Досвидули. Вот так. Здесь ты в безопасности. Подожди меня тут недолго. Принесу тебе что-нибудь полезное. Заперто с другой стороны, тогда давайте сохранимся. Так, этого крокодила можно обойти. Подкрадись к врагу сзади, чтобы быстро его убить.
Нахер бошки взрывает. Сдохни, ублюдок. Опа. Давай. Вот так вот. Здрасте. Лежал. Так вот топтать этих ублюдков. Как против него сражаться? Чё-то не понял, нихера себе он нас быстро снес. Так. Так, ну вроде жизнь у меня полная. Даже монеты защиты есть, нихера себе. Сильная тварь это. Заметил, да? Ну ничего. Так, вот здесь червячок какой-то. Личинка. Мы коротенько его растопчем. Это опасная тварь, слушай. Хочу убить его руками. Против него блок, слушай, не действует. Блин, где ты читерный? Нет, его так просто не убьешь, как вот этих простых. Против него нужно только копье. Надо как-то с ними будет потом справляться. Иначе что, только копьями их херачить? Так, здесь ничего нет. Еще один боксер. Давайте сохранимся. Соединим. Ага. Следующие приказы подлежат немедленному исполнению. Мотомицет на воле в болоте. Он будет мутировать по мере встречи с другими организмами. Нельзя допустить, чтобы он добрался до склада медикаментов. После мутации они станут бесполезными. Нужно перевести станцию по синтезу препарата на колесный пароход. Колесный пароход? Черт, с вами не соскучишься, ребята. Здесь ничего. Да.
Давай атакуй нас. Готов. Больше ты нас не потревожишь. Комбо не всегда получается. Нихера себе. Да ладно. Что да ладно? Кончай уже вставать. Так, получается он что, бессмертный что ли? Нужны вот эти антирегенерационные пули что ли? О, еще один боксер. Итого 4%, да? Отлично. Тогда сохранимся. Так. Еще одна личинка. Здесь ничего нет. Идем дальше. О, два копья. Аллигатор — это ваншот. Этого приходится убивать точно. Не заметил этого. А. Схватка с аллигаторами. Не думайте, что можно подойти к аллигатору и просто отдубасить его. Эти аллигаторы были заражены плесенью. Блин. Окей. Жаль вот то, что копье нельзя заново отобрать. Знаете, мы этого аллигатора обойдем. И вот этого тоже. Аккуратненько так. Аккуратненько. Аккуратненько. Тихонечко двигаемся. Зоя, мы тебя спасем. Это пришлось сделать, он ушел на нас, и его нельзя было не обойти. Так. Сразу двоих, что ли? Вот это круто. Так, я видел тут копье. Даже два. Круто. Может, скушаем одну личинку? Вкусно. Неплохо. Вроде все. Нет, еще один. Но его бы я точно не обошел. Так, секретиков здесь не вижу. Идем дальше. А, да, мы назад вернулись. Так, давайте сохранимся.
Это бомба, что ли? Блин, было похоже на бомбу, которую Мия ставила в локации, где она заходила на корабль. Аптечка. И больше ничего нет. И еще одно сохранение. Знаете, давайте закончим на этом серию. В следующей продолжим дальше дубасить этих. Левый-правый. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось. Пока.